Оправдательный приговор в отношении бывшего акима Жанаузена Арака Сарбапеева был аннулирован. Такое решение вынесла сегодня апелляционная коллегия областного суда Мангыстауской области. Экс-глава города был арестован прямо в зале суда. Суд постановил аннулировать оправдательный приговор в отношении Урака Сарбапеева, который был принят Мангистауским областным межрайонным уголовным судом с участием присяжных заседателей от 22 июня 2012 года. Уголовное дело отправить на новое рассмотрение, в отношении Сарбапеева применить арест и взять под стражу в зале суда. Апелляционная жалоба была подана гособвинителями. Поводом для этого послужила нестандартная для суда ситуация. После вынесения оправдательного приговора 22 июня присяжные подходили к родственникам Сарбапеева с поздравлениями. Напомним, экс-акима обвиняли по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан 311, 24 и 307. Это получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, подготовка к преступлению и покушение на преступление. Теперь дело экс-акима отправлено на расследование и будет рассматриваться снова. Адвокат же считает, что такое решение является абсурдом. И вообще судебной перспективы поэтому нету делу. Если так, в прошлом году я или весной, или осенью я отдавал это одному 100 тысяч, ну, любому руководителю, любому можно обвинить таком и сказать, ну, то есть я давал деньги, доказательство, что не надо, что ли, это. Поэтому это совершенно абсурдно и незаконно.